Сила рода. Карты. Что карты будут говорить в ближайшее время? Какие мысли у него о тебе сегодня и сейчас? Мысли его сегодня и сейчас. Какие мысли он сейчас и в каких энергиях ты находишься? Карту мы одну вытаскиваем. Ну, допустим, вот эту. Это мы забираем в прошлый раз. Каких, это все, что сила рода тебе, род тебе скажет вот в этой карте. В каких мыслях он находится? То есть мы берем его мысли, его голову, его переживания о тебе, эти две карты, и на них мы смотрим и гадаем. Гадать мы будем на другой колоде. Совершенно на другой колоде. Сейчас все беру. То есть мы здесь смотрим его мысли, его действия, мысли, действия и сила рода. Что тебе советует сила рода? Это очень важно. Присоединяйтесь, ставьте лайк. Гадание совершенно бесплатно, но только для тех, кто поставил лайк. 100% проиграется. И еще вот эту карту мы добавим сюда. Все, это все сила рода, его мысли, его действия. Лайк ставьте, пишите имена, тогда мы смотрим. Сначала я гадаю, потом я уже ваши вопросики разбираю. Как я вас обожаю. Отправляю вам энергию, удовольствие, радости и счастья. А кто поставит сейчас вот летающие лайки, так вообще к вам 100 тысяч завтра упадет на ваш личный счет, нельзя говорить, на вашу банковскую карту. Счет, знаете, счет — это выставление вам счета. То есть банк постоянно вам счет выставляет, еще и списание переводит. Поэтому, а еще и арестовывает счета. Поэтому слово «счет» не употребляйте, иначе у вас денег не будет. Итак, его мысли. Смотрим эту карту. Раскрывается эта карта. А, что-то тебя он заблокировал, что с тобой не общается, да? Его эти мысли. Четверка кубков. Нет желания, говорит. Его мысли, нет желания с тобой пообщаться. Что произошло, Екатерина? Ну-ка, рассказывай, добрый вечер. Что произошло? Ну что это за блокировка? Это что за такое-то? Как так можно с тобой общаться? Итак, его мысли — не общение с тобой. Вот ты ему предлагаешь, а он говорит: я не хочу. А у меня есть другой кубок. Я выпью из другого кубка. Я не голоден. И еще одну карту его мысли. Император. Да, сидит в троне и спокойный. Итак, его мысли. Слушайте внимательно. Его мысли. Для тех, кто желает, чтобы этот расклад был для вас и про вашего молодого человека, то пишите имя обязательно. Либо просто напишите «добрый вечер». Итак, его мысли. Заблокированный человек. То есть он знает об этом, что с тобой не общается. Дальше. Он не хочет с тобой общения. Вообще никак. И чувствует себя, ты знаешь-то, очень даже хорошо императором. Давай посмотрим, что это там такое он чувствует. Смотрим императора, да? Гадать вам, девчата, должны, естественно, мужчины. Мужская энергия вам передает и дает энергию обновления. Если вы заказываете, там, обращаетесь к гадалкам, вы знаете, да, вы уже пробовали, понимаете, что все не то. А наоборот, еще хуже становится. Понимаете, почему? Подсказала Екатерина, да? Всем добрый вечер, гадаю для вас. Смотрите, совершенно бесплатно, ни рубля, ни даже донат у вас не прошу. Смотрите, следующее. Его мысли посмотрели, теперь смотрим его действия. Что он будет делать, этот наш император? Заметь, да, как у нас карты идут? Императора здесь, императора здесь. Насколько они разные, то есть как двуличные, что ли, получается. Дальше. А здесь у нас императрица. То есть его мысли как раз-таки о императрице, о тебе. Для тех, кто пишет в чате, для тех, кто пишет: Наталья, с праздником, спасибо. Смотри, его мысли, как император, о тебе. Вот смотри, он, знаешь, что сейчас мне говорит? Что в тебе не хватает какого-то... Вот, давай вот по секрету сейчас тихо скажу, что не хватает. Он мне так на ухо говорит сейчас, его душа. Говорит, что
Я бы с ней вышел в высшее общество, да, я хочу, я поднимаюсь туда, всячески иду, но пока не готов с ней идти. Немножечко в ней чуть-чуть того-того. Ну-ка, напиши теперь, да, я по секрету тебе сказал. Ну-ка, напиши, пожалуйста, почему он так думает, что он идет в высшее общество, хочет с собой рядом видеть, как он же император, он хочет видеть рядом императрицу. Но на тебя он нашептал мне на ушко, что немножечко что-то не то. А давай напишем вместе, напечатай, пожалуйста, о чем идет речь. О чем идет речь? Итак, верховная жрица. Тут, знаешь, еще и замешано на нем немножечко гадание. То есть, я не знаю, то ли ты чересчур переборщила, да, с этими обрядами, отливание свечей, или что там ты делаешь, либо даже просто гадание. То ли кто-то его у тебя забирает. Вот этот вопрос не будем больше раскрывать. Так вот, тихонечко так сказали. Ты должна это понимать. Всем доброго вечера. Гадаю для вас совершенно бесплатно. Ставьте лайк. Кто поставил лайк, либо кто написал «Добрый вечер», поздоровался хотя бы с мужским голосом, только к вам этот придет расклад. Все остальные, кто молча смотрит, к сожалению, молча смотрит. Здесь все понятно. Он хочет видеть с собой рядом императрицу, потому что он сам император. Если ты не соответствуешь Ксении, Наталье, ему, да, ну, что тут говорить. Итак, здесь погадали. Теперь сила рода. А теперь вообще интересно, что под этой картой? Сила рода тебе что-то хочет сказать. Вот. Лиля, ты откуда у меня? Почему? Я сегодня, кстати, видел твое в этом WhatsApp имя. Или где я тебя видел? Перелистывал. Думаю, как у нее дела. И она, вуаля, появилась. Итак, сила рода говорит, нужно внимательно слушать сны, смотреть сны и слушать то, что подсказывают те предки. Потому что именно они через сон тебе сегодня что-то скажут. Ну, естественно, для тех, кто пишет в чате. Только для вас. И будет ответ. Вот, видишь, мужчина и женщина, и ребенок. Будет ответ. Обретение гармонии, силы и защиты. Итак, сегодня ночью ложишься отдыхать. Прекрасный праздник, да? И с удовольствием думаешь о своих родных родственниках, которые уже, естественно, ушли. И они тебе дадут ответ. Видишь, какая очередь? Но именно тебя подзовут и скажут, подойди сюда, я тебе дам правильный ответ. Либо что сделать? Вот видишь, как все легко с родственниками, когда вы живете на одной волне, на одном дыхании, понимаешь? Вот в чем прелесть. Итак, остается у нас 2 минутки. Давайте я возьму гадальные карты и вам погадаю насчет каких-то вопросы. Итак, первые вопросы. А где гадальные? Вот они у меня. Все, первый вопрос. Петр, можете посмотреть, уйдет Вольтер от меня? Давай это буду смотреть по ясновидению. Нет, не уйдет никуда. В ближайшее время не уйдет. Будет очень сложно, у вас апрель. Вот там что-то произойдет. Нет, видишь, король, он никуда не уходит. А вот в апреле что-то произойдет. Перемены будут. Вот, видишь? Вот, видишь, апрель. Перемены будут. Вот там будет что-то не то. А пока нет, не уйдет. Так, кто такая? Лилия, 45, личная жизнь. Остальное все лично, обращайтесь. Хватит глазки строить. Мне тоже надо со мной на ушко. Я хочу вас слышать голос. Озолотите своим голосом мягким, красивым, все девушки. А то все... Нонейм такие, сидите здесь. Лилия, 45. Это что, регион? Это что, донат 45 рублей? Личная жизнь в 24. Прям такие коды мне пишите, прям не знаю. Кто вас научил? Вот гадалки у вас плохие ученицы, учителя. Вот плохие. Вот Лиля вообще обалденная девчонка. Кстати, обратите внимание, я знаю, что вы не любите, когда тут вас все хвалят. С глазов боитесь. Не бойтесь, не переживайте. С глазов на вас не будет. Высшие силы, откройте ей все возможности для Лили. Получится, она будет богата и будет моей клиенткой. Самой крутой и дорогой. Да будет так, аминь. Лиля, слышала, что я тебе сказал? Высшие силы только что это подтвердили. Видишь, ангел-хранитель? Видишь, у него как 2 монеты, земля и солнце, или луна. Да будет так, аминь.
Идем дальше. И мусульманка, кто это у нас? Абдулла, это мой сын. Здравствуй. Да, нет, дайте мне мусульманку. Хочу мусульманку посмотреть. Как же ее зовут здесь? Абдулла, Абдулла. Не вижу ее имя. Погадайте мне. Солнышко, нельзя гадать. Тем более ты мусульманка. Ну нельзя гадать, ты что? Только лично надо обращаться. Вот Лиля вообще всегда лично. Она каждый месяц всегда обращается стабильно. А где-то я ее ругаю, где-то она чересчур уж это запутывается, но она всегда меня слушает. И правильно и делает. Алексей Таровникин. Абдулла молодец. Так, с добрым вечером, с праздником. Мила к нам тоже присоединилась, новенькая красавица. Валентина к нам. Что меня поможет поведать? Что про меня можете поведать? А что, зачем я должен о вас говорить? Не хочу вообще даже говорить. Подпишитесь на канал, там есть потом телефончик выскочится. Вы лично обратитесь и по своим красивым голосам что-нибудь наговорите мне. Ну, перед сном. Здравствуйте, влюблен ли в меня Артур? Лейсан. Какое красивое имя, какое. Лейсан, влюблен ли? Так, тоска. Печаль, опять кубки все грохнулись, опять тоска, мечи. Они говорят, смирись, нет, не влюблен в тебя. Смирись, милая моя. Это правда, Петр помогает. Слушай, Лиля, знаешь что, я тебе сразу в лоб говорю, мне кажется, ты мне никогда отзыв не писала. Я не знаю, может я вру, ну, по крайней мере, напиши отзыв. Я сейчас объясню. Я, вот все, кто пишут отзывы, потом вам придет в вашу карму плюс 100 баллов. Потому что, когда на ваш отзыв, но вы должны понимать, что такое отзыв. Это не благодарность, не грамота там в рамочке. А отзыв, а свое ощущение. Я обратилась, он мне помогал, он мне не помог, он это плохо. Или наоборот, я чудеса увидела, реально так все прям в лоб сказал, все так и идет. Вот это отзыв называется. То есть пишите сами, без судьи, так сказать, от себя. Вот это отзыв. Напишите, и вам еще в карме плюс 5 баллов. Сейчас я завершаю эфир и выйду снова. Совет Екатерины Петрова. Давай, через 3 минутки выхожу снова.